Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы готовим быстрый и простой рецепт тыквенного пирога. Пирог нежный, просто тает во рту, а оформление выше всяких похвал. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сейчас я вам покажу, как я готовлю тыквенное пюре. Я заранее подготавливаю тыкву, запекаю. Не в тот же день, когда делаю бисквит и пирог. Ну, не знаю, у меня как-то всегда все спланировано. Нарезали произвольно тыкву на кубики. Теперь буквально 2 столовые ложки сахара вам понадобится, чтобы сверху ее присыпать. И ставим нашу тыкву в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Тыкву запекаем до мягкости. По времени это приблизительно 35-40 минут. Запеченную тыкву пюрируем погружным блендером. Вот таким получается тыквенное пюре. Однородным, нежным. У меня тыква сладкая, поэтому пюре очень вкусное. При запекании тыквы никогда не добавляю много сахара. Храним в холодильнике, в контейнере с крышкой, в судочке или в стеклянной банке до 5 дней. Сначала к муке добавляем разрыхлитель, 2 столовые ложки манки и перемешиваем, чтобы равномерно распределился разрыхлитель с манкой муки. 3 яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Затем мы добавляем взбитую массу, тыквенное пюре. Оно должно быть комнатной температуры. Перемешали. Затем добавляем растительное масло. Также перемешиваем. Затем частями добавляем муку с манкой и разрыхлителем и вмешиваем в тесто. Духовку включили разогреваться. Пирог ставим в горячую духовку. Тесто готово. Смотрите, какой оно консистенции. Не густое. Тесто ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Тыквенный пирог выпекался в духовке 35 минут. Пирог сразу же достаем с формы. Смотрите, какой он прекрасный, пышный, ароматный. Переворачиваем. Пирог должен полностью остыть, лишь только потом будем его украшать. Сейчас я вам предлагаю просто отличное оформление простого пирога. Берем 160 граммов отвешенной сметаны. Я брала 200 граммов сметаны жирностью 15% и покрываем верх и бока торта. Украшение будет просто бомба. Теперь смотрите, шпателем делим наш пирог. Пирог разделили на 8 частей, посыпаем маком. Вот именно там, где мы поделили. Теперь украшаем цедрой лимона, вот так вот тонким слоем. Вам понадобится один лимон, прокипятите его одну минутку в воде, протрите и потом натирайте цедру. Украшение оригинальное, быстрое. Смотрите, какой красивый пирог у нас получается. Ну а теперь дегустация тыквенного пирога. Скажу сразу, что он очень рыхлый, нежный и мягкий. Вы только посмотрите, какая структура. Пирог неприторно сладкий, нежнейший. Смело готовьте, очень вкусно. Всем желаю удачной выпечки. Подписывайтесь на наш семейный канал «Дружная семья». Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале «Готовим с любовью» выходит ежедневно. Делитесь с друзьями моими видео. Это лучшая благодарность для меня. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.